В детских садах, школах, университетах, спортивных и развивающих учреждениях первый день трехнедельного карантина. И пока школьники и студенты радуются отсутствию занятий, преподаватели обдумывают варианты дистанционного обучения. Преподаватели и весь персонал университета продолжают работать. То есть они будут с ними общаться дистанционно с помощью социальных сетей, и видеолекций, и текстовые материалы лекций, и в дистанционной форме выкладываются практические занятия. Ученики тех школ, в которых нет технической возможности для обучения на расстоянии, на карантине будут по старинке штудировать учебники и выполнять домашние задания. В связи с карантином также решили перенести пробное внешнее независимое оценивание. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. Тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 4 апреля, по другим предметам 11. Школьникам необходимо повторно распечатать приглашение-пропуск. О результатах пробного ВНО обещают сообщить до 14 апреля. В мэрии также огорчили родителей дошкольников. Ми дуже добре розуміємо, що це викликає певні незручності, але повинні виконувати постанови Кабінету міністрів. І отримавши відповідного листа від Міністерства освіти та науки України, сьогодні ухвалили рішення про закриття на карантин дитячих садочків. Карантин в школах и университетах пока что ввели до 3 апреля включительно. В детских садах до тех пор, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Департамент образования будет сообщать родителям о любых изменениях в работе учебных заведений. Нарина Щеглова, Светлана Давжук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».